Охота на мышь 2019. Ты не успеешь ударить даже. Смотри! Не успеешь. Смотри, не успеешь. Норная собака. Все заправился. Норная собака. А там мышь. Фроська. Девушки. А, завалил. Смотри, кто? Да он даже не видит, Сара. Вот. Схватил, навешливо. У меня сегодня сбросил именно. О, боже. Одна летит. Реакция? Ну-ка. Все, нельзя. Одна нет. Молодец. Одна. Точно? Или еще? Пошевелись. Нельзя. Нельзя. Ты сбрил две. Реакция есть. Одна была или две? Ну-ка, покажи. Это стоило, короче, трудов. Охотничий пес Брабус. А теперь на место все ставь. Брабус. Паша, ну-ка, покажи свой ружье свое. Как оно называется? Один голи. И тут же другой выходит. Да ты-то старая охотник. Ленка-то не охотилась. Светит ей в глаза и ждет, когда на нее выстрелит. Брабус. Трофей чей? Твой трофей? Смотри, какой трофей. Фу, нельзя жрать, Брабус. Трофей. Да, вот такой вот трофей. Ну у кого какой? У них у меня сегодня тетерев, а у них сегодня мышь. Так что так. Зачем ты убил мышку? Пол интернета будет плакать. Зачем? А? Зачем ты это сделал? Лена, было жалко. Было жалко маленькую. Лена попой своей все заслонила. Это Лена просто с фонарем, видишь? Во всем она виновата. Она увидела. Охота мышь с загоном. Такая довольная, он ее два дня караулил. Язык такой есть. Вот так. Язык зарезали. Устал, пищать. Столько он ее гонял. Столько он ее. Молодец, Брабус, молодец. Все, теперь будет мышей вам таскать, блин. Я смотрю, ему жалко, он говорит, а почему она мертва? Почему она не мертва? Я хотел, чтобы она мертва. Ну, а найти не мог. Нюхает, мы рядом пакет. Давай, пару слов. Ну, давай расскажи, что не? Подписывайтесь, ставьте лайки, сказать. Да. Охота на мышей. Да, охота на мышей. Задолбали нас мыши. По виду оружия могу проконсультировать. Давай, да, вот давай. С этого места поподробнее. Что это у вас за ружье? Какого калибра оно? Это судя бумага, по всему, это 45-й калибр. Картонная такая. Да? Да. 45-го калибра, блин. Крученка такая. Что? Что делать бы с ней будем? Да. Ты отбирай трофей-то, он шкуру попортит. Шкуру попортит. Лена, убери глаз. Не, сам убери глаз.